Какой день небеса подводят черту, и нет луны сияющей, как не тронутый зад соседского мальчика. Ощущая первое впечатление от странного наркотика. Закат. Жесткая женская кожа, обнажающая топку между раздвинутых ног, освещенная синевой. Руки плавятся на ее поверхности, не чувствуя боли. Губы сохнут, целуя топку. Кровь стекает вниз к изнанке ее бедер. Она сжимает свою выгребную яму последними неуклюжими движениями и падает на землю кучкой пепла. Топка победоносно стоит на холме. Приближается следующая очередь. Молодой мальчик. Пламя набрасывается на него, высовываясь, как острые языки голодного животного. И теперь ученик падает в божью утробу. Его вторая кожа содрана, и мальчик лежит от рака и устал.